Сейчас мы погрузимся в атмосферу адреналина после суперизвестного боя Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Смешанные боевые искусства стали просто мегапопулярными, и они завоевали сердца миллионов, и останавливаться на этом не собираются. Популярность растет. Ну а как сегодня обстоят дела с ММА в Тюмени, расскажет Ксения Тонасичук. Глаза боятся, а руки делают. ММА не только самый зрелищный вид спорта, но и один из самых популярных у тюменцев. И если ты до сих пор не отличаешь тейкдаун от сабмишена, пора отправляться на ринг. Самое важное в бою – находить выход из безвыходных ситуаций. Правда, чтобы победить, мало просто быть хорошим бойцом. Важно подготовиться морально. Многих, когда они выходят на ринг, до того страх сковывает, что они забывают обо всем на свете. Поэтому здесь одно без другого никак быть не может. Поэтому заниматься смешанными единоборствами лучше с детства. К слову, броскам и захватам в Тюмени учат с 7 лет. Такие тренировки формируют осанку и развивают все мышечные группы. А еще воспитывают в ребенке настойчивость, решительность, смелость и уважение к сопернику. Родители говорили, что на физкультуре ребенок потянулся, значит, там стал больше приседать, отжиматься, подтягиваться. Ну и, естественно, увереннее стал в себе, то есть в школе перестали его обижать. Причем узнавать о своих скрытых возможностях ребята начинают уже через 2-3 месяца, а после их начинают вдохновлять громкие победы тюменских спортсменов. Стать чемпионом, как Хабиб Нурмагомедов, мечтают едва ли не все мальчишки. И сегодня такая возможность стала еще доступней благодаря проекту «Путевка в жизнь». Теперь ММА бесплатно обучают подростков из многодетных и малообеспеченных семей. У самых целеустремленных есть все шансы попасть в большой спорт. Я отлично понимаю, сколько много нужно средств в наше время, чтобы растить детей, воспитывать, заводить их на секции различные, в группе. Еще минимум 10 мест. Пожалуйста, приходите, бесплатные тренировки. Родители, возьмите себе на заметку. Приводить детей сюда, вот, в достойный клуб. И не забудьте взять справку о здоровье. Кстати, уже через пару недель в Тюмени состоится городской любительский чемпионат по смешанным единоборствам. Так что собирайте сумку и бегите на тренировку.